заслуженный работник Российской Федерации. Спортивный. Как я думал, что у меня плавает. Пожалуйста, Тамара, поболеем. На старт. На старт. Внимание. Марш! Вот такие дела, мои друзья. Похлопали, поприветствовали. Это вам не картошка с мясом здесь. Тут надо работать. Это на один вид только просто так. Касание и обратно. Вот, быстрее сюда. Хватит. Молодец. Не перевелись еще. Богатыри на ульяновской земле. Красавицы, чемпионки. Я уж не говорю, какой возраст. Молодая, симпатичная. Дистанция 25 метров плывет. 12,5 туда, 12,5 обратно. Касайся. Ура! Есть! 46-08! Приготовиться к следующим участникам! Володя, вызывай сразу! Дегтярева Лидия! Чемпионка! Подготовиться Крылова Анна! Мои дорогие, смотрите, примерно 30-40 секунд или больше. А где научка всего? Боржи должны быть боржами. Смотрите, осторожно. Дорогие мужчины, помогают прекрасно. Лида, Лида, группа поддержки. Лида, 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 давай, Лида. Давай. И первая, ура! Вы посмотрите, мои дорогие зрители, участники, как легко и не чувствует холода, да? Очень девочки, здорово. Вода только плюс 2 градуса. Ура! Сколько? 45-55. Быстренько с воды. Старт дается. Кто у нас? Анна Крылова. Анна Крылова. Мастер спорта. Мастер спорта. Однофамилица Владимиру Крылову, олимпийскому чемпиону. Полегка здесь. Вы посмотрите, обратите внимание. Это уже сразу видно плавец. Профи. Вот так вот. Это вам не чувствуется. Впервые принимает участие, поприветствуем. Посвящается в маржи. 28 минут. Наша постоянная участница, заслуженный морж. Фамилия морж. Лариса наша. Она участвовала в Тюмени в международном заплыве. Прекрасно чувствует себя морж. Марш! Марш! Так, кто у нас следующий говорит? Готовится Семенова Елена. Не снижать, не только уверенно. Молодцы, красавицы! Дорогие мужчины, не забывайте! Скоро 8 марта готовим призы, подарки! Всегда готовы! 23-й это уже безоговорочно! Давай, 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 давай. Молодец! Ура, молодец! Молодец! Все. Делала это. Кто у нас? Семенова Елена! Наш заслуженный морг! Наш секретарь! Руководитель! Красавец, спортсмен, секретарь, чего? Корчи наш рулевой. Все дела президента, все через нее. 250, да? Какой красивый. Самое главное, мои дорогие, настройте с водичкой. С улыбочкой. Да. С водичкой надо дружить. А если ты воды холодной боишься, она сил заключает. Ребята, обязательно, дорогие зрители, я вам советую тихонько и немного, на первый раз, кратковременно. А то иначе можно так наплаваться и
никакие врачи не помогут. Все делается постепенно. Закалка, тренировка. Молодец. Сколько? 29-70. Тут уже два лидера. Следующий. Кто? Заплыву, готовятся мужчины, 25 метров. Заплыву, дорогие мужчины, готовятся. Скоро 23-й, готовь подарки. Они считают. Сказал, подсказал на заможенный мост. Все. Так принимает совсем. Рекордсмен. Занимается смешанными единоборствами. Готов. Прекрасный спортсмен. Много чего. Сколько смотрите. Помолодый, помните. Результаты, конечно, будут ай-яй-яй. Дорогие зрители, не теряйте. Мог не прийти, как это наборство. Поплыл, оттолкнулся, и помните. Молодец. Сколько? 19-23, абсолютно пока лучшее время. Лучший результат дня. Знаменитый Александр, участник Сан-Иван, участник заплыва через Волгу, участник заплыва в Тюмени. Внимание. Вот, пожалуйста, по-простому, по-русски, голову. Кому готовы? Молодец! 25 метров уже сложно. 23-40, видите, все быстрее. Дело идет хорошо, молодец. Зачем это самое? Тихонько, Юр Волк будет. Остапьев Сергей наш. Остапьев Сергей! Представитель департамента спорта. Как приятно, когда наши руководители, спортсмены участвуют, показывают. Внимание. Марш! Живее. Молодец. Лучший результат. 18. Второй идет 15-20. Вот так у нас какие-то. Чемпион Пауэр Лифтин. Ульяновская область, Ульяновский район. Владюша. А пожалуйста, обратите внимание, а там православный христиан. Дай Бог им доброго здоровья. Вот, пожалуйста, представитель Пауэр Лифтинга. Деловой вид спорта, руки сильные, вперед прекрасные, многие жизни. Обратно. Время снимается на катание. Руки трактора. Молодец. 20-48. Один. Тройку лидеров пока. Ветеран идет. Чемпион. Как вы? Нуртинов. Нуртинов Роман, ветеран, спортсмен, чемпион. Стоп, два Нуртинова! 73 года. Уважаемому участнику 74-й год. Вот кого надо пример брать. Приветствую таких людей. Похлопали. Вот такие у нас папа и дедушка. Папа! Давай, давай. Это вам не рюмочки, а противочка. Так, ребята, кто-нибудь готовно закат. Если тяжело сегодня, да, поглядывайте. Ребята, давайте, давайте. Кто там не так? Хватит! Тихонько, внимательно. Похлопали, давай, давай! Старту приготовиться. Побольше, Юрий Владимирович. Молодец, давай. Видите, как все равно тяжеловато дает. Молодец. 55-23. Помогли.
Молодец, бабай, дай Аллах ему здоровье. Это вам не шутки. Молодежи многим нос утер. Посадьте. Чемпион, спортсмен, бывший гимнаст, кандидат мастера спорта. Марш! Пани, пани, сэр. Дети войны. Это дети войны, настоящие. Старый закал. 1941 года рождения. 41-го года рождения, красавчик. Вы посмотрите, он спорит. Пани, пани. Твоя легенда, легенда, да, молодец! Давай, Юрий, 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 давайте, давайте. Юра, да, Юра, 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 Юра. Дорогие зрители, друзья, а с правой стороны флор тоже не везде. Православные христиане, продолжайте. Молодец, Юрий. Сейчас на старт приглашаются женщины. Дистанция 50 метров. Нет, Галина, Галина, Венера, не готова на 25. Венера, готовьтесь на 25. И женщина приготовилась на 50 метров. Молодец, Юрий Владимирович. Доброго здоровья. Участница международных соревнований в городе Тюмени. 2012 года в ноябре. В декабре. В ноябре был запущен ремонт. Она тоже участвовала. Она тоже участвовала. И участница запущен ремонт в ноябре. Марш! Это так смотреть, дорогие зрители, просто хорошо. Я сам как морг, как участник, не шутки, все равно вода холодная, пипеть. И обязательно, чтобы здоровое сердце было. С больным сердцем плавать. Температура тела охлаждается, кровь застывает, руки-ноги отказывают, головной мозг перестает работать. Это после 10-15 минут. У каждого индивидуально. Почему мы это знаем? Потому что у нас участники марафонки запрыва, мы их не встречаемся, мы не меняем состояние. Поэтому надо всегда держать золотую середину и кратковременно. Рекорды голос не любят. Надо всегда пример брать собачьих хвостик, животных, они долго на улице не находятся. Они долго находятся. Лариса, давай, еще немножко, молодец. Аж улыбается, да, мои дорогие. Лариса, сюда. 50 метров позади. Вы посмотрите на наших дорогих красавиц моржей. Не успеют с воды вынести, и опять в воду. Вторая участника, только проплыли 25 и опять на 50. Готова наша дорогая Елена, красавица, чемпионка, спортсмен, дорогие мужчины, обратите внимание, холостая. Купальник новый, другой. Купальник новый, замечательный, продукт. Внимание. Сочи Кабана. Она поменяла. А что заметил, сказал, что заметил, а может, мне нельзя. Вот видите, где время теряется. Коснуться надо чуть-чуть, оттолкнуться, поработать руками, ногами. Рука нужна. Да. Рука же дальше. Где вот оставалось? Это просто так. Хорошо, Лена, спокойно, спокойно обратно. Вот. Спокойно, не спешите, так не спешите. Многие спрашивают, а почему в воде не работает энергично? Потому что температуру тела сбивать надо определенный режим, иначе начинает дыхание сбой, сердце начинает плохо работать. У нас многие сосуды морши, сегодня будут пароходки забыть, они быстро не плывут. Потихоньку, как вот машина, она работает, хороший механизм, потихоньку. Он бабай немножко, а то приезжает сам, не может, 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 не может
Очень сильный выброс энергии идет до трассы. Молодец, 1:13.86. Тихонечко. Вот так вот. Красавица, чемпионка, спортсменка. Не снимай тапочков. Видите, тапочки какие. Симбирск, Ульянов, 1812 год. Цены нету. Заслуженная спортсменка, красавица. Венера, давай. Вот так вот. Тихонько. Внимание! Марш! Видишь, спокойно, красиво, уверенно. Пришел, проплыл, победил, не замерз и вперед. Видишь, она чуть-чуть дотронулась, подтолкнул, все поплыла. А кто у нас? Я сказал, что я покажу.
Еще чуть-чуть зарабатываем. Молодец. Уважаемые зрители и участники, похлопаем. Готовится наш неизменный, заслуженный президент Владимир Владимирович Мальцев, мастер спорта, неоднократный чемпион и чемпион России по борьбе самбо. Наш руководитель. Вот как мы приготовились. Как мы можем, моржи, плохо плавать или находиться? Великая благодарность ему за то, что он нам сделал базу здесь. На старт. Кто следующий, говорите? Кто следующий? Внимание. Марш! Смотрите, мои дорогие зрители, как правильно плыть моржам. Моржам и плавцам. Калинин Алексей готовится. Опа. Калинин, потом назад. Опа, Алексей Калинин, участник по смешанным единоборствам, рукопашный бой. Готов. Молодец, Владимир Владимирович. Вот такие у нас руководители, мои дорогие. Поэтому мы здесь восхищаемся и стараемся быть похожими на нашу президента. Алексей Калинин. Моржеванием занимается более 40 лет, один из старейших моржей, плывет спокойно, чувствует себя прекрасно. Указывает свой стиль, кому как удобно. Кто побыстрее, кто помедленнее, как в спорте, в работе, в тренировке, или за столом. Гений идет на Рука устала. Так. Кому приготовить? Готовится представитель моржей. Опа. Одна двенадцать шестьдесят шесть. Который тренируется летом, вон они на карьерах плавают в холодной воде потихонечку, по полчаса, по часу. Привлекает жителей мостовой Манжелайна. Руки сильные, берет на простому, по земле. Сажен ты, Вот тогда же все приведет. Кому ты готовишь? 12,5 сюда, 12,5 сюда, потом сюда и обратно. Мы сегодня посмотрим, мои дорогие, не мерзните, потрудите, поприседали, повернул, рукой, ногой ударя, такими соседом, погрелся. Марафонский попыт сегодня посмотрим. Молодец! 49.4. Видите, какой плотный график принтера. Будет... Прекрасно выглядит ни одной машинки. Как
который сейчас смеет мужчина, характер Вячеслав, пробегал два раза по 100 километров, всех марафон. Кстати, у него раз таких марафон несколько километров. Вот только что... Помощнее иди. Молодец, хорошо, все слова отлично. С утра выбегают, вечером выбегают. Вот так всегда. Отойдите, пожалуйста. Обратно, закрытыми бегом и обратно. А я уже говорю, что ты жалеете, как ты смеешь. У нас здесь Бортик. Рабочий, бортик. Молодец. 55-95. Ему за 60 лет. Прекрасно. Из минуты за молодых детей убывает. Красавчик. Кстати, и жена у него красивая, и дети, и сам красавчик. Внимание! Сюда приходит кровь. Бывший танкист, обратите внимание, у него смели. Шапка танкист, у него путиницу забыл дома. Это не отменяется. Опа! Обычно человек начинает замерзать в коленке. Открой, вот он кровь. Молодец. Молодец. Пятьдесят одна, 42. Прекрасная минута. Много чего нас. А почему у нас Юрий Батки здесь готовит? По 300 метров. Понял. В порядке очереди. Марафон уже некоторые чайком разминают. Или под 100 грамм. Да, кто у нас? Кто у нас? Партипал. Сколько человек осталось? Последний участник на 100 метров. На старт. Тихо. А я не хочу. Давай. Давай. Внимание. Марш! Робот Игорь. Один из молодых участников. Последний. Чемпион работает на механическом заводе. Делаем кунгурский путь. Привет, Лапольня. Экипан, будет ли? Я так замерз, потом какой тут. Да я мне еще был. Я не мерз 25. Наши заслуженные ветераны, чемпионы, спортсмены, поэты-композиторы готовы. Молодец, Евгений. Сколько? 1:05:41. Кому приготовить? Три дистанции подряд, это уже достойно похвалы. Похлопать. Только проплыл 25-50 и не остывай сразу на сочи. Сколько могут наши российские мужики спортивные. На старт. Надо очень умно, грамотно, тактично
И осторожно подходить. Здесь ничего. Страшное дело. За тебя страшно. Финиш! Молодец! 100 метров! Третий раз, прекрасный Федор! Федя! Федя, хватит! Пока рекорд на 100 метров. Держайте, пробуйте. Федор чемпион. Молодцы, поприветствовали нашу заслуженную моржа. Это вам не спортсмен. Плывет на 100 метров. Внимание. Участник многих заплыв. Вы посмотрите, птичка какая, руки почти сумочки, все почти наружу. Молодец, Саша! Молодец, Александр! Вот, пожалуйста, видите, сколько силы воли надо, сколько таланта, сколько спортивного мастерства. Некоторые планы и то не могут долго присидеть. А тут по две последние станции. Это не по 120, тем не менее, за столом есть. Да, не так тоже встал. Не мимо тебя проходили. Последний. Амазон. Запятили его. Молодец, молодец. Иваныч, давай последний! Саша! 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 Оп! Идет за рубой! Оп! Молодец! Оп! Оп! Молодец! Молодец! Хорошо! Отлично! Умница! Ура! Ура! Молодец! Сколько? Второе место пока! 2-2-4-41! Молодец! Молодец, Александр! Наш дорогой изделий плывет третью дистанцию. Для моржей это очень серьезное место. Надо быть подготовленным, спортивным, готовым и морально, и духовно. И подготовленным моржу проплыть сразу три дистанции, чревато впоследствии. Сами знаете, какие. Поэтому мы должны начинать аккуратно, тихонько, расставленно. Ну как что там, что-то здорово. Да давно уже надо было как-нибудь там сделать полку. Да и кричали бы, танцевали. Мужчи мало, да. Да и кричали бы, прям на площадке.
Сейчас попуем вместе с тобой. Как вы делаете? Туда и обратно? Раз. На полку у нас такой, да. Последний 25 сейчас пойдет. Последний молодец. 25. Давай, последний 25 метров. Работай. Говори каждый. Каждый 25 говори. Я молодец, Евгений. Стоп! 2-0-1-2. Вот какие красавицы к нам подъезжают. Подсоединяйтесь, уважаемые. Поплыл уважаемый Владимир Иванович, наш постоянный мост, один из руководителей председателей. Спортсмен, участник многих соревнований, переплывал в Волгу, участник международных соревнований. Спортсмен, чемпион. Сразу приз подошел.
Молодец, Владимир! Я говорю, мы с тобой не плаваем, и то замерзли. Я тут поплаваю.
Кого объявлять? Кто нам готовит? Да. Правильно. Шапку леопарду, а леопард он в снегу не мерзнет. Да, он шапку одел, валенки и черненькие колонки. Самогон и стакан два. 75. Ну у нас не пьют нельзя. У нас территория Дарба добра. 75-75. 75 метров поплыли. Видите, уважаемые, как заслуженный мозг. Тихонько, не спеша, успевай шарки. Если нет, так и будет. Вон наши морды подъехали. Давайте вместе с лыжами прям кровь. Не снимая лыж. Сталки там плавили. Подождите еще. 125. Сейчас трудно, ребята. Вот такие у нас красавицы, ветераны. Позировать фотомодель в воде. Заслуженные спортсменки, ветераны. 150! 150! А заслуженный рабочий физический культур. Ученые проводили исследования, закаливали холодной водой на 10-15 лет биологический возраст сдвигает, омолаживает организм. Многие хронические заболевания известно. Самочувствие прекрасно. Никакой приворот, отворот. Окунулся в проруби, помолился за музею, потом попался по фигу, застрелился, счастливо, минус скорость. Ему сильно очень полезно. До глубокой старости любят, женятся и живут прекрасно. Сколько метров уже? Сколько метров? 175. 175 метров. Вот так вот у нас рекордсменки, чемпионки плавают. Пожалуйста. А представляете, вода всего 2 градуса. На синих поплавах. 200 метров поплавал. Сейчас будет. На 200 метров пошла участница. Это очень серьезное достижение.
не каждому дано. Многие мужчины и то не могут. Просто пробыть в холодной воде. Сколько в холодной воде находится? Сколько в холодной воде находится? 7 минут 18 секунд. Медицинский исследование сделал. Больше 10 минут. Тренер занес, может, медицинский для организма. А когда люди подготовлены, и морально, и духовно, то они в холодной воде находятся. И по 15, по 20, в минуту. Рекорд России. Умница, молодец. Ура! У нас сегодня будет участвовать несколько рекордсменов в марафонке. Их достижение по 20. А я в это не тот способ, что можно позволить. Прекрасно. Воде находится 8 минут 22 секунды. 8-22. 200 метров. Куда? Моя карта. 225. И горячий мужчина. А мужчин холодных не бывает. Тем более моржей. Муж горячий, самое главное. Да я не для того, а просто... 225 метров. 225 метров — это уже рекордный результат. 9 минут, мои дорогие. Вот так рождаются рекорды Ульяновской области. Мужчины все впереди. Как и мужчины. Да, мужчины все впереди. Вон они с палками стоят. Как вот руки держат и ноги. Все удивляется. Держат и летают руки и ноги. Это не здесь, знаете, это в раздевалке надо. Все, два раза. Все, полтора. А как вы знаете? Лиз, иди сюда. Голос, он не лезет. А какой круг? 250 метров. Считайте, сами. 250. Молодец. 10 минут. Ну что, сейчас Рекорд Ульяновской области уже получился. Вячеслав, ты пропустил сколько метров, скажи, были Вячеслав? Почти 300 метров. Было 250, и он уже пошел. Вы видите рекорд нашей области? Дорогие женщины, руками рекорд Ульяновской области родился прямо в нашем прорубе. На старт приглашается Волков Юрий. Кандидат в мастера спорта, наш спорт, участник.
Три. Сколько? 75. Он же на хоккей не идет. Чего, 150? Метров. Уже хорошо. Уже хорошо, молодец. Как поздно. Это грамм твои. Давай. 200 вот грамм есть. Правильно. Ну как, надо чуть-чуть подбадривать. А если что, мутка была? Мутка нет. Такой маленький. Вот посидеть привлекал. Ну да. Thank you.
225. 7 минут, пожалуйста. 255. Гладкий стакан уже. Ой, полный. Полный. Молодец. Ну что, там бедрами что ли пьете? Парень бедрами. Один за тренировом, нога, второй пришел с тренировом. Сколько? 275. Еще сколько? Нет, шар. Ну как еще? Сколько хочешь? Еще туда-обратно 300 будет. А, еще да. 275. 8-40 в базе. Уже не сопротают, да. Ну говори, говори. Не доедет. Сейчас. Умница! Молодец! Поставленной задачей справился, молодец! Старайся! 9-28! Молодец! 9-28! Так, помочь-то! Он еще! Она знает своих героев! Пашу! Ага. Паша, ручкой помаши, Пашу! Паша! Да с каким ручкой? Паша, помаши ручкой! Помаши не для истории! Нет, ну ты сколько? Давай! Аня! Марш! Вода набралась. Подмешали, да? Клиник совсем какой-то. Паш, не хватит. Я тоже толкнулся сам. Подшоп, резину, бух, вода попала. А я-то... Она такая сигальная, Паш. Заливайте, да? Заливайте. Ваш, ты очки, давай, Паш.
Нет, они... Я здесь не могу. Юрий Владимирович, Юрий Владимирович, время. 20, все. 500 метров. 13.42 в воде. 13. Вот так вот. Вот они. А это брат. Володя, давай! 26.30! Дождь тренируется. Спасибо. У нас все плавают, и комментаторы, и главные судьи, и текстопатолог. Больше не могу, ребят, отмать. Я лишний пробуду, у меня... Сейчас 50 будет, да? Так, 50. 50. Молодец, молодец, давай. Умница. 200 метров, Саш. А? 200 метров. Все, 200 метров. Я больше не буду. Мне все, хватит. Молодец. До касания, до касания. Время. Оп, о, все, время. Отлично. 6 минут 14 секунд. Ну, хорошо. Я Юра не на стол бросил, там все. Каждый участник должен быть. Здесь королева. А где это? А где Вера? А где Вера? Я все там. Раз, раз, раз. Что распишем? Что стол? Уважаемые участники, итак, при подведении итогов наших соревнований чемпионата области по свободному плаванию были учитаны результаты по возрастных группам. Награждаются сначала бронзовые призеры. За третье место награждается Калинин Алексей, чемпионат Ульяновской области. Ура! На дистанции 50 метров с результатом 1:12.56. Они ушли. Валер, возьмите туда, встань за них. Возьмите, пожалуйста. Вот сюда. Нет, вот сюда, за них. За них. Нет, зачем? За третье место награждается Комаров Александр, за третье место. Дистанция 100 метров, результат 2:24.41. А сейчас я вас поздравляю. Вот как поводу, струю. И за третье место награждается Остапин Сергей, который у нас, наверное, ушел уже, да? Департамент спорта. Да, департамент спорта, молодец, принял участие на дистанции 20 метров. Давайте я вручу в департаменте. Да. Грамота, медаль. Третье место награждается Евгений, бронза. Назаров Евгений! На третье место, 50 метров, результат 49.04. Молодец! Мостовая! Сила! Как? Мостовской молодец! Кстати, лучший! За третье место еще раз награждается Комаров Александр на дистанции 25. 25 метров! А вы говорите зря! За третье место награждается Галеева Венера! Ура! 4:45. Венера чемпион! Поздравляем! За свияжки ремонт! Грамота Венера, поздравляем! Даманские силы! Молодец, поздравляем! Это наши! Серебряные призеры! За второе место награждается Нурдинов Ирфан! Ура! Молодец! Результат 20:48. Возьмите, пожалуйста. Грамота.
представляется. Кто к ней целуйте, Венеры может признавать. Награждается Назаров Евгений! Ура! Ура! Так, Евгений идет у нас постепенно. Бронза, теперь серебро. На 15 100 метров результат 2:01:20. Поздравляем. И снова за второе место награждается Нурдинов Ирфан. Второе серебро. Серебряный призер на дистанции 50, 46-95. Наш пострел. Да, перегнал он тебя. Да. Перегнал. Дорогие друзья, мы хотели пометить Нурдинова Романа, который награждается за второе место. Я не знаю отчество его и не могу говорить его просто Роман. Роман? Нурдинов, Роман? Роман. 73 года. С результатом 55-23. Пожалуйста. Надо передать ему. За второе место награждается Гришин Валерий. Ура, Валерий! 50 метров. Результат 51-43. За второе место награждается Харитонова Лариса! Ура! Результат 1:43.86. Лариса, поздравляю вас. За второе место награждается Семенова Елена. Результат 25 метров. 29.70. Маша, я фотографирую вас. Поздравляю. Ага. Раз, два, три. Дорогие друзья, Маша, остается очень волнительный момент. Награждение победителей наших соревнований. За первое место на дистанции 300 метров награждается Семенова Елена, которая установила рекорд этой дистанции. И за первое место на дистанции 50 метров тоже Лена установила первое место. Результат ее 1:13.86. Поздравляю, Елена. Нет. А надо бы, а что это? А за 50 и за 300, одну только. Да. Уважаемые участники, трижды победитель, это называется, абсолютно чемпион наших соревнований, Самсонов Федор, который выиграл три дистанции, 25, 50 и 100 метров. И показал лучшее время. Федор, мы вас поздравляем. Вот вам три, ну, одна медаль. Поздравляю тебя. Как-нибудь. За первое место на дистанции 25 метров награждается Сапожников Юрий. Его результат. Поднимай! Поднимай! Молодец, держит там! За первое место награждается Крылова Анна. На 25 метров показала идеально лучший результат. За первое место, ну, я не называю возрастный ваш возраст, да, но вы понимаете, что у нас здесь идет по возрастной категории. Награждается Вальца Владимир. Ура! Результат 49-35. Владимир Владимирович, поздравляю вас. Спасибо. Я вами горжусь. А какую эту? Я всеми горжусь. Какие вы красивые. А мы вам горжусь. Заслуженное первое место награждается Соколов Владимир. Спасибо большое вам очень за поддержку, да? Спасибо. За проведение, за организацию на дистанции 25 метров. Его результат 26-30. Спасибо. Тагил рулит. Спасибо. За первое место награждается Царапкин Вячеслав. На дистанции 50 метров. Результат 55-95. Молодец. Поздравляю. Спасибо. Можете целуйтесь, а то ревную. Ну, и сейчас у нас идет награждение наших... наших супер спортсменов. За первое место награждается Павел Зимин. Ура! 50 метров с результатом 13:46.22. А поцеловай! Павел Зимин! Волков Юрий награждается на дистанции 300 метров. Результат 9:36.26. Главный сексопатолог по велоспорту.
черту! Молодец! А также хотелось бы отметить самую, ну, я не буду говорить, что возраст какой Тамары Ивановны, я ей все время даю 38. За первое место на дистанции 25 метров, результат ее 46.08. Тамара Ивановна, ура, молодец! Итак, еще раз поаплодировали всем участникам. Поздравляем вас. Желаем здоровья, успехов. И чтобы вы все время были такие же, вот тонус держали. Молодцы. Ребят, не расходимся, стоим вот так. Спасибо. Валентину Павловну поблагодарили, все похлопали. Молодцы, работаем, проведение. И общую фотографию сделаем, давайте. Идем все сюда, идем, стоим, идем. Давай, на общую фотографию, идем. Общую. Меня... Гарим! Давай, Вадим! Гарим, да. Так, улыбаемся. Самое главное. Партия моржей во главе с нашим президентом. Еще. Давай быстрей, голос генерал. Оля, иди, тебе морду, тебя красиво. Оля, давай. Быстрей, не снимай тапочки. Пойдя. Венер, ну фотографируй. Птичка. А куда смотреть-то? Спорешник. Раз, два, три. Так, будем. Давайте быстро, быстро. Давай. Самый молодой, самый сексуальный. Эротический фотограф. Серега, молодец, хорошо смотрит. Ой, Вадим, подожди, я не смотрела. Ура! Вадим, говори, внимание, снимаю. А теперь все руки вверх. Молодцы! Вот все, молодцы! И даром вы! Теперь мы будем зваться Вадимовские пацаны.